Решение по поводу территориальной обороны Харьковщины. Нашли кучу причин. Ребята, если вы нашли причины, садитесь и работайте над устранением их, а не уезжайте домой. Значит, вы должны день и ночь быть на рабочем месте и заниматься территориальной обороной. Народ и власть. Давайте послушаем, что нам скажет власть. Я не могу, пан Чистилин, распускать областной совет. Это не мои компетенции. Моей компетенцией было сделать то заявление, которое я сделал. Подать областной государственной администрации те программы, которые были поданы вчера на областной совет. Хочу сказать следующее. Что тот аргумент, который высказывают наши оппоненты по поводу неготовности программ, не выдерживает никакой критики. По той причине, что, во-первых, я просмотрел запись внимательно. К программе на сессии областного совета не было высказано конкретно никаких серьезных претензий. Это раз. Второе. Вторая программа, о которой ведется, это укрепление государственной границы с Российской Федерацией. Она прошла слушание во всех комиссиях и получила полное одобрение. Поэтому тот адвокатский выпад по поводу того, что программы не готовые, некачественные, является полной ложью. Я буду инициировать до следующей недели неочередную сессию областного совета, где будут рассматриваться эти же две программы. Это вкратце все. У нас на нашу оборону в Харьковской области будут деньги и есть. То, что как бы говорится о том, что у нас действительно большая нагрузка на нашу социальную сеть и на нашу медицину относительно того, что у нас проживают жители с Донецка и Луганска. Да, действительно, это так. И премьер-министр знает об этом, и нам на ближайших заседаниях должны деньги вернуть назад. Но сейчас так острая ситуация не стоит. Нужно было принять эту программу для того, чтобы четко произвести рекогностировку на местности северного сектора, скажем так, обороны города Харькова и Харьковской области. Во-первых, мы уже обратились в прокуратуру и службу безопасности по поводу того, одну минуту, по поводу того, что рассмотрели действия депутатов, как я уже сказал вчера, не только на сессии данных областного совета, их поведение, их высказывание, что, видите ли, некоторые товарищи позволяют себе заявлять, что, извините, то, что мы примем такую программу, что же подумают в штабе Донецкой Народной Республики? Не подумают ли они, что мы здесь готовимся к каким-то агрессивным действиям? Явно эти высказывания требуют разбирательства со стороны правоохранительных органов, как службы безопасности, так и прокуратуры. Слава Украине! Слава!